хорошо рассказываю. Дима вышел из соседнего дома. Наш ехал, стоял напротив около дома на мопеде. Он его позвал к себе, Дима, положил ему эту, наш подъехал на мопеде, тот оторвал, говорит, сразу чеку вытащил из гранаты, положил ему сзади на мопед ее. Он ее положил к нему на мопед, она не взрывается. Он ее взял, Дима этот, который погиб мальчик, отвернулся с этой гранаты, а наш отвернулся посмотреть, что он там делает. И она тоже гранату взрывается. Того сразу убила, а нашего, можно сказать, он так к нему спиной повернулся, он весь удар был. Так бы он взорвал бабу. Ваш, наверное, в шоке? Да там все в шоке. Его ж контузило. Ну, не сильно. Контузия не сильная. Ни крови из ушей не пошло, ничего. Ну, просто чуть легкая контузия, может, и средняя. Он от контузии отошел, голова не болит, температура легкая была. Ну а что он говорит? Где взяли-то это? Он не видел эту гранату. Он вообще ехал мимо. А эти двое ребят, как говорят, что они взяли у соседей сарай эту гранату. А где они там сарай взяли? Я без понятия. Наш просто ехал, просто катался на этом мопеде, и они его подозвали. Он проезжал, можно сказать, мимо. Это не дошел этот мальчик до других ребят, где более много их было. Он бы всех взорвал. А что, там были еще рядом ребята? Там в конце улицы, там, наверное, девочек, наверное, штук 8 играло. Это вот наш, он как вышел из дома, это наш первый попался, и так она получилась. А так похвалиться, бы, да? Да, да. Вот как наш первый был, и вот первый жертв. А так бы дальше он поехал, может, дальше еще больше было. Ребенок тут лежал, да, вот тут была кровь, тут прям граната и разорвалась. Тут осколки полетели сюда, ему стекло повыбило. А что люди говорят тут по звуку, как это все было? Хлопок большой, большой хлопок. Тут строители были, тут выбежали сразу люди. Я думаю, говорит, большой хлопок очень был и много дыма. А его сегодня привозили. Он тоже руками разводит. Тоже, как говорит, откуда вы? Ну вот, теперь, я говорю, никто не знает, с кого спрашивать.